Центральный парк города Мелитополь, парк имени Горького. Я вспоминаю, что еще лет 20-30 назад это была еще та дыра. Но после проведенной недавно реконструкции этот парк является, наверное, одной из самых главных достопримечательностей города. И может конкурировать по инфраструктуре с парками не только Украины, но, наверное, и Европы. Лично мне очень понравился вот такой пруд, совсем небольшой, но очень такой милый, и там в этом пруду находятся практически ручные лебеди, черные, белые, которые не боятся людей совершенно. Ну и в воде очень много красных карпов, насколько я так понял. Есть в этом парке и свой кусочек Лондона. Я не знаю, почему именно выбрали Лондон, а не Париж или Берлин там, но, тем не менее, Биг Бен с полицейским и собакой выглядят довольно-таки стильно. Единственный, наверное, на Украине памятник – руки, из которых растет дерево. Также на территории парка находится детский парк «Поляна сказок». Вход платный, чисто символические деньги, там гривен 20, наверное. В принципе, в самом парке ничего такого особенного нету. Фигурки героев, опять же, японская беседка, есть небольшой мини-зверинец, то есть, в принципе, для прогулки с детьми там минут на 15-20 за чисто символическую плату можно пройти прогуляться. Так что добро пожаловать в парк Горького, и в детский парк «Поляна сказок».